Это самое главное. Вопрос. Подмена проблемы. У нас огромное, колоссальное, переизбыточное количество мигрантов, потому что для сырьевой экономики нам нужны рабы. И фактически мы говорим, нелегальные соблюдают закон. Количество мигрантов по официальным данным ФМС 10 миллионов человек. Население видит, что мы разговариваемся. Это означает, что пока мы не начнем заниматься своей экономикой, а не будем делать ставку на лопатные технологии, мы никуда не продвинемся.